На каждый регион выделяется определенный лимит по, так скажем, по программе 14.32, поэтому ощутить в большей или меньшей степени, но сложно, да, то есть каждый год, вот Владимир Николаевич подтвердит, то есть каждый год Тюменская область добавляет в этом процессе, да, мы запрашиваем, то есть дилерские центры запрашивают новые лимиты на Тюменскую область, потому что, ну, к сожалению, ресурс по программе 14.32, он ограничен, это федеральный бюджет, да, то есть и не... К сожалению, всех желающих мы пока все удовлетворить не можем, да. Но вот на весну, то есть, в принципе, я не вижу проблем, да, с теми, кто вот сегодня заявился, они все приобретут технику, да. То есть у нас в конце сезона обычно, ну, вот, может быть такая проблема, но это все не от нас зависит. Программа работает уже на протяжении последних 3 лет, и могу, значит, с полной ответственностью сказать, что ежегодно Тюменская область удваивает объем, значит, заявок, выборки вот такой техники нашими товаропроизводителями. И в Уральском федеральном округе мы выглядим значительно лучше, чем наши соседи, несмотря на то, что посевные площади и потребность в обновлении машино-тракторного парка у Курганской, Челябинской области значительно выше, да и в Свердловске, чем у нас, у тюменцев.